мы продаем цену. Вы просто... А где котик? Нету котика. Собственно, это был слайд. Я должна была... Ну, батя. Ладно. Я даже сбилась это на цену. А цены все в том же месте получается. Если в этот магазин, у него, например, там кто-то с позицией, и он хочет по этим позициям начинать, то какие цены начинают? За это деньги платят? Очень много
Thank you.
Ah, тут надо просто понимать, как нужно писать.
Хорошо. Как это будет? Если разница, если у программиста способ выбрать, связанный список либо же объекта, если у него способ использовать стандартные там кошмары, вот такой второй вопрос. Ну, я в принципе просто скажу. Во-первых, питон работает полностью на кишах, правда? Дикты это практически такого включает, но есть одна особенность. Из-за того, что питон сам практически запускает на четвертых местах, их оптимизировали до состояния просто совершенно безумного, поэтому использование их практически бесплатно. То есть в душе мы делаем там что-то из диктов, и у нас все начнет тормозить, ну и такого не получится. Ну, смотри, во-первых, там есть структура данных, не структура данных вообще, но там есть структура данных, которые нету в Flash, это факт. То есть это список, но он не изменяемый. То есть его создается, но создается, и больше не изменяется. Может так, но писать его не изменяется. Плюс он даже вот это превращается в студию. Вот. А есть обычный аплист, который это именно вектор. Вот это начнем с того, что вот слушай, array это тот же самый локус, просто в вектор количество array. Да, лучше и быстрее, кстати. Если может кто-то даже не знает, то сейчас вы не знаете, что в массивах. Поэтому я спрашиваю, почему да, с объектами это не делает, потому что array на самом деле у нас не знает. Ну, я сейчас не знаю, но кто не хочет данных, чем мы сейчас не слышим, все, что надо представлено, в количестве будет у нас плюс, есть опять же вот этот этап, есть еще один из данных, это у нас получается Мы используем количество параметров.
сегодня мы можем указывать наиболее длинные параметры. То есть оно как бы не тип, но вот это вот это называется. Ну да, я так изначально был на Руби сделан, да? Да.